Ученые назвали длительный сон смертельно опасным. Специалисты рекомендуют спать не более 7-8 часов в сутки. В противном случае, увеличивается риск преждевременной смерти. Группа ученых из Килского университета в Великобритании установила, что продолжительный сон увеличивает риск преждевременной смерти. Об этом пишет Journal of the American Heart Association. Специалисты рекомендуют спать не более 7-8 часов в сутки. Люди, которые спят около 10 часов в день, подвержены преждевременной смерти на 30% больше. Также, столь продолжительный сон на 49% повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 56% от инсульта. В то же время плохое качество сна на 44% повышает риск развития коронарной недостаточности. Кроме того, установлено, что отклонение от нормы сна в меньшую или большую стороны может вызывать болезни сердца. Ранее сообщалось, что ученые установили, как секс влияет на способность человека засыпать. В исследовании приняли участие 460 человек. Также сообщалось, что продолжительный сон на выходных назвали одним из способов продления жизни. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.